Замена пластиковых ограждений столбиков на металлическое барьерное ограждение у моста на Пролетарском проспекте будет установлена в ближайшее время Мосавтодором. Об этом сообщили на комиссии по безопасности дорожного движения, прошедшей в администрации. Предварительно будет еще раз произведен замер необходимой конструкции. Также произойдет установка искусственных неровностей на улице Мальцева внутри деревни между домами номер 11 и номер 13. В принципе, дорога позволяет установить ЭДН, освещение есть для снижения скоростного режима. Комитет рабочая группа выезжала. Мы не против искусственной неровности для ЭДНского режима. На улице Институтская, 27, решено установить ограждающие столбики, так как по дворовой территории постоянно проезжает транзитный транспорт. А вот на улице Октябрьской ситуация немного сложнее. На подъездной дороге дома номер 20 жители паркуют свои машины, вследствие чего препятствуют проезду снегоуборочной техники. В результате ходить негде, зимой чистить ЖКХ не может, потому что техника не подходит, дворников нет. Поэтому мы уже думали, что делать. Было принято решение запретить стоянку на данном участке в дневное время, чтобы спецтехника имела доступ к территории. Стоянка будет разрешена только в ночное время. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.